делать. Ну, в общем-то, я зашел в GTA, отдохнул немного от Darkness, пострелял с моего любимого оружия. На такси погонял. Что может быть приятнее перед сном? Давай, давай в горы срежем немного, а то что-то... Ты прикинь, сколько мы срезали? Ты мне спасибо сказать должен. Или мы опять туда же свалились? Хрен его знает. Поехали. Твою мать, тут животные какие-то. Раньше я их не видел. Тише, тише, тише. Вот, видишь, нам больше ничего не мешает в этой поездке. Твою мать, где здесь выбраться можно? О. Странно, что здесь нигде нету трамплина. Ну и местечко. Что у нас там? Что это вообще за хрень? Хрен его знает, где я поедем. Отдадим мужика домой. Извините. Извините, извините. Простите. $269, нормально. А? Наверное. Чё, куда он пошёл-то? Что это за место? Парк. Увидимся, не знаю, скоро, надеюсь. Спасибо всем, кто был сегодня на стриме. Приятной ночи. И не забываем подписываться на паблик «Эстетика жирных жоп».